Лето 2017-го. На кадрах оперативной съемки зафиксировано задержание. Мужчине 34. Родился в Таджикистане. Как выяснилось позднее, на родине он уже был объявлен в федеральный розыск за экстремизм. Люди такие мирские стали, люди такие грязные стали. Если Аллах мне если даст дорогу, да я клянусь Аллахом, я поеду. Почему нет? Воевать против неверных. За Аллаха. Против шайтанов. Против врагов Аллаха. Да, врагов Аллаха. В поле зрения сотрудников Центра по противодействию экстремизму мужчина попал еще в 2015-м. За 2 года мысли, которые он стал открыто выражать на своих страницах в соцсетях, стали более чем радикальными. Его истинная цель в жизни – это воевать на поле боя. Как правило, это радикальные течения, типа Джабхат ан-Нусра, ИГИЛ. Чем я больше убью сотрудников, христиан, всех остальных, тем я ближе буду к этому рук трону Аллаха. Со слов сотрудников центра, уехать в Сирию мужчине не позволяли его долги. Он пытался завершить земные дела, зарабатывая в такси, ну и заодно вел беседы со своими пассажирами. Следствием установлен факт вербовки им молодого человека из Узбекистана. Это лицо не просто само хотело участвовать в вооруженных действиях, но и склоняло к этому всех остальных. То есть массово призывало к тому, чтобы вести войну, именно войну против правительства сирийских государств, правительства Сирии и против Российской Федерации. Правда, протокол допроса подписывать мужчина отказался. Ему был по назначению представлен адвокат, так как это необходимо в рамках проведения следственных действий. Он сказал адвокату, что если ты сейчас не уйдешь, то я тебя здесь убью. По одной простой причине, что только Аллах его может защищать, а какой-то смертный адвокат его защищать не может. Поэтому снова были привлечены бойцы Росгвардии, против которых было оказано не только сопротивление. Как итог, еще одна статья – применение насилия к представителю власти. По постановлению окружного военного суда, мужчине предстоит провести в заключении 10 лет и заплатить штраф. Но у него еще есть несколько дней, чтобы обжаловать приговор. Решение суда в силу еще не вступило.